Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды, и у нас закончился турнир. Поэтому забираем свой приз. Так, Лига Мастеров 3 звезды, как ты успел заметить. И поехали. Сюрикены, 50 ДНК на Усаги Дзимбу, 90 золотых осколков и также 75 платиновых. Отлично. Так, сразу же понятно, что сегодня будет буст, но я хочу посмотреть, что у нас будет разыгрываться на этой неделе. Да вы серьезно, ребята, я вам сразу говорю, фармите арену, потому что Супер Шреддер — это топчик. Ты сам видишь, сколько мы играем с нашим Супер Шреддером и практически всегда выигрываем. Да не практически всегда, а выигрываем, ребята, действительно выигрываем. Так что я вам рекомендую фармить арену от А до Я. Каждый день, сколько возможно, чтобы взять как можно максимальное количество ДНК именно на него. Так, ну и посмотрим, что у нас в испытаниях. Усиление технодрома, а вот это уже нужно мне, потому что мне нужен, ребята, крэнк. Именно здесь я могу его пофармить. Но опять же, сам прекрасно знаешь, что с фармом мне в последнее время не везет. Ну, хотя бы 10 ДНК, если получить, это уже будет большой плюс. Также классическая бойня, ну погоди. Классическая бойня. Бибоп. Рокстеди. Нет, этот Рокстеди, по-моему, у нас прокачан. Вот бибопчик нам нужен. И... О-ля-ля, тут еще и крэнк. Обязательно проходим это событие. Обязательно, друзья мои. Ну, девичья сила, естественно, проходим тоже, потому что здесь есть шинигами. Так что эта неделька, я считаю, наверное, будет одна из лучших за последний месяц. Да, потому что два события, которые мне нужны, плюс эксперт события, ну и платиновый — это само собой разумеющееся. Так что поехали. И начнем мы с тобой, естественно, с арены. Ух, ребята, как же я вам завидую. Я в свое время фармил этого Шреддера супер. Не знаю, наверное, месяца 3-4. Да какой там 3-4, полгода, наверное. И вот так вот, чтобы выпадал он мне именно на событие. Я не помню, ребята, на ареновском было это или нет. По-моему, было, и я фармил. Ну, я не жалею, нисколечко, что я его собрал. Потому что теперь он у меня один из топовых бойцов в моей команде. Так, а я хочу выловить 10-11. Ну, что-то как-то... Или даже 11-11. Вот, есть такое дело, мы нашли. Ну, и начинаем, естественно, с равных по силе. Ну, как по силе? Вот, кстати, ты видишь, да? Бибоп у меня вот этот 45 уровня. Соответственно, его нужно будет прокачивать. А прокачивать его чем? Конечно же, ДНК. А ДНК где? На событии. Поэтому событие будет это проходиться. И почему полностью? Потому что там классические... Классические персонажи. Я имею в виду, там и Шреддер. Там у нас и... этот крэнк. Ну, Шреддер нам уже не нужен, потому что мы его прокачали. А вот крэнк... Крэнк-то мне как раз нужен, и мы можем его фармить там, а потом еще и в технодроме. Так, ну что, друзья мои, воин 2 звезды, сразу переходим на 73 ранг. Обожаю самое начало, потому что здесь так все легко и быстро, и набиваем очень быстро себе ранг. Ну, естественно, персонажей пока здесь маловато, поэтому буст такой, замедленный. Когда 5 на 5 уже пойдет, там, конечно же, будет поэффективнее, побыстрее все это дело идти. Так, ну что, пит, я смотрю, здесь у нас караечка и нейтрализатор. Поехали. Минус. Ну, понятное дело, извини меня, 18 уровень против 54-х тут даже и не обсуждается. Если бы у меня были бы чуть-чуть поменьше персонажи по уровню, я, естественно, бы взял бы их. А так как у меня 45-й и 54-й сразу начинаются, поэтому мне приходится именно ими драться. Ну что, воин 3 звезды. 90-я позиция, отлично, естественно, в бой. Так, и теперь попробуем с тобой найти, может быть, 12-13 получится выудить. Я знаю, шанс маленький, но хочется, понимаешь? А когда хочется, то оно практически всегда получается. Ну что, друзья, 23-24 уровень против нас, а у нас, как ты видишь, 54-й. Шансов у врага, конечно же, нету. Просто сейчас распишем их. Так, давай вот так вот просто возьмем, чтобы баллончики донем туда. Бумс. Слушай, я думал, что будет достаточно, но ничего подобного. Ничего подобного. Не хватило. Так, что Мондагека, то, что у тебя там 54 уровень, это еще ни о чем не говорит. Скилл не прокачан, вот и все, ребята. Был бы скилл прокачан, конечно, бы все легли бы уже с одной плюшки, а так, извиняйте.
ты гляди-ка, мы с тобой не перешли в элиту. Очень интересно. Да, такого давненько я не помню, чтобы мы на раннем бусте и не перешли сразу же в элиту. Мы с тобой обычно начинаем хандрить уже где-то на самураях. Да, там начинается у нас хандра. То есть мы и замедляемся с тобой. Но здесь что-то не то. Так, давай-ка бросим, наверное, гранату. Ух, хорошо она сработала. Нейтрализатора минус. И, соответственно, Бакстера стопан тоже в минус. Четенько все. Идеальная победа. И мы продолжаем наши бои. Как говорится, это наша отрывная точка, которая будет, в принципе, расставлять все приоритеты уже на неделю. Так, смотрим. Элита, одна звезда. И место у нас 24-е. Окей. Меня устраивает все. И даже то, что здесь уже дают 12-14 кубков. Так что погнали. Раз, два, три, четыре. Еще пока не фулл команда. 4 на 4 идет. Ну и этого достаточно. Так, смотрим, тут у них хан. Хан, в принципе, нас не беспокоит вообще нисколечко. Потому что мы его сейчас, во-первых, уберем, скорее всего. Нет. А ну-ка. Кролики-маузеры, давайте. Тыдыщ. Майки остался в живых, но это ненадолго. Мы это исправили с помощью рокула. Прекрасная, идеальная победа. И мы с тобой продвигаемся дальше. Ну давай, 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 не томи меня. Сегодня события, ребята, проходить не будем. Вот пройдем чисто аренку, а уже завтра, потому что завтра у меня выходной, я могу поиграть на расслабоне, никуда, как говорится, не рвать душу свою, спокойненько сесть и подрынкать. Так что 13-15. Все, фулл команда, как ты видишь, 5 из 5. И вот теперь начинается самое интересное. Потому что противник меня очень быстро будет догонять. Именно по уровню. Сейчас вроде бы кажется 33-34 уровень, но буквально через 5-6 боев он уже будет меня практически опережать. Давай, Крэнк, твой выход. Бомби своими ракетами. Угу. Несмотря на то, что у нас разница в 20 уровней, мы все равно, ребята, не можем с вами справиться с одной попытки. Именно с одной плюшки сразу уничтожить всех. Приходится практически всеми ходить. Нет, я ничего против не имею, но я считаю, что разница в 20 уровней — это все-таки хорошая разница. И он должен уничтожать практически сразу противников. Даже тот же самый Крэнк. Даже при том, что у него не прокачан скилл. Так, ну что, попробуем выудить с тобой, я не знаю, 13-16 есть такое? Или там 14-16 сразу идет? Наверное, не получится. Да, скорее всего, не выйдет. Ладно, хорошо, давай еще партийку сыграем на этом уровне. Так, 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 так. Так, все, поехали. Как ты видишь, противник у нас 30 уровня. Я не знаю, почему ребята не повышают их, а наоборот понижают. С чем связано, без понятия. Ну, так же, как и у нас. Мы с тобой иной раз проходим без одной ошибки, да, и нам почему-то кубков дают мало. Меньше, чем даже с ошибками. Игра, рандом, непонятный, конечно. До конца не изученный человечеством эффект. Все, ребята, здесь прошли. Ну что, двигаемся тогда дальше и смотрим, куда мы с тобой попадем. Может быть, даже уже в другой ранг. Скорее всего, так оно и будет. Нет, мы не попали с тобой в самурае. Да что ж ты будешь делать? Что за галиматья такая началась, а? Я не понимаю. Что нас сдерживает? У нас буст, ребята. Я зашел в игру буквально после, наверное, ну, 5-10 минут прошло, как обновление произошло, то есть когда обновилась неделя. Обычно мы с тобой вообще быстро. Может быть, противники уже стали довольно крепкие и опытные, а? И теперь не прокатывает такая быстрота, как раньше. Все может быть. Так, ну-ка давай-ка кричи, Кирби. Нормально. Бам-бам. Двумя сосисками уложил, да? Причем он сразу же эти сосиски съел. И ту же самую пиццу, которую он стреляется, он ее тоже схомячил. Вот такой вот пиццелицей проглот. Ну, наконец-то мы с тобой аж заговариваться уже стал. Попали в самурай, ребят. Вот 14-17, отлично, 40-й уровень. Блин, что-то как-то медленно. Враг растет медленно по уровню. И, соответственно, нам почему-то очень медленно дает повышение. Вот что я заметил. Непонятно, как-то раньше все намного быстрее было. Ладно, давай, Рафаэль, бомби черепульки. Пинь.
Так, майки свои, шарики. Хотя на самом деле я не думал, что это шарики. Раньше мне они были похожи на мешочки, знаешь, как раньше в старину денежки складывали. Ну, типа кошелечек такой. Вот, типа он кошельки такие разбрасывал. Но я и думал, потому что это Робин Гуд, он как бы должен бросаться мешочками с деньгами, которые отнимает у богачей. А не, не воздушные шарики с водой. Так, ну что, самурайчик 2 звезды, 83-я позиция. Соответственно, сейчас мы с тобой не перейдем в самурай 3 звезды. Так, 14-18, шикарно, причем сразу дали. И уровень уже у противников, вот, 44-й. Ну, пока, мне кажется, он к нам сравняется, мы уже будем 60-ми воевать. Почему-то вот так вот у меня складывается картинка. Ну что, погнали. Начинаем вот с этого пинка питания от Криса Брэдфорда. Я так понимаю, это спортивное питание. Так, майки, хва. Нормалек, бомбочку. Ну, бомбочка не прокачана, поэтому урон будет минимальный. Но двоих уложил. И вот так вот бросим ему. Все. А ему хиляться, в принципе, уже не обязательно. Лови дубинку, парень. Тут. Я представляю такой, да? Лови дубинку. Ты начинаешь ловить, а потом видишь, что она с шипами. И эти шипы тебе пробивают руки. Ух, боль-то какая. Так, ну что, мы с тобой переходим на 29-ю позицию. Соответственно, уже после этого поединка перейдем на Лигу мастеров. Лигу самураев 3 звезды. Но все равно, друзья мои, как по мне, очень медленно. Потому что и бойцов у нас уже становится меньше. И все-таки, мне кажется, виной всему наши противники. Потому что нам дают какие-то заниженные. Мы должны с тобой уже вот где-то к этому режиму, к этой части игры, драться чуть ли не то, что даже на равных, а даже немножечко уже. Мне приходилось брать топовых бойцов уже, чтобы с ними сравниться, понимаешь? А здесь я до сих пор держу преимущество по уровням. Поэтому здесь, ребят, что-то не то. Слаб, слаб нынче игрочок. Ну что, перейдем, да, перейдем мы с тобой в самураи. А я бы в это время уже, наверное, был бы в сёгунах. Интересно, девки пляшут, не понимаю я. Заходишь позже, да, как бы, например, там, через 5-6 часов после отката. У тебя результаты получаются лучше, чем сейчас. Хотя на бусте, по идее, должно быть все наоборот. Как бы все рвут когти, максимальный уровень должен быть. Но нет, не получается. В любом случае, это вина не наша. Это вот так вот нам выдает компьютер противников такого вот уровня. И так вот мы с тобой продвигаемся. Мы уже сейчас 60-м будем, а он мне до сих пор еще только 47-й. До 50-го уровня еле он доходит. Вот так вот. Ну-ка, надо было, блин, эту Эйприл валить, а не Карайку. Сейчас, по-моему, она захиляться успеет, да? Или не успеет? Ну-ка, посмотрим. Давай, Донни. Уже не успеет. Ну и отлично. Так, выпускаем крыс. Ты посмотри-ка. У Майки, ладно, Майки выжил. Рафаэль-то с какого вдруг? Давай удар по земле сделаем. Вот и все. Прекрасно. Ну, ничего страшного, даже если мы сегодня не попадем с тобой в лигу там самураев и еще чем-то. Это ж только понедельник, ребята, все еще впереди. Тем более ты сам видел. Все события придется проходить. Так что будем часто играть. Я вот все хочу. Ага, вот, все, все. Вопрос исчерпан. Я хотел сказать, что я хочу выбить 15-19, не успел сказать, а он уже тут как тут. Сам бежит ко мне в ручки. Ну что же, массовых у нас тут атак очень мало. Практически только одна, по-моему, получается, да? Пеню. Так, что у нас тут? Твою налево иммунку вешает. Ну давай сделаем массовую. Так, график жги. Отлично. Так, подобьем, наверное, Бакстера плечом. Тыщ, у него на плече еще такие шипы. А этого попробуем валуном. Круто. Круто и быстро у нас все это получилось. Идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Так,
Ну, наконец-то, ребята, у нас Сёгун одна звезда. Так, 15-19. Давай попробуем, может быть, получится у нас 16-20 поймать. Нет, не дают. Ладно. Я не расстроен. Я в норме. Поехали. Ну, как ты видишь, уже тут уровень у нас достаточно большой, поэтому тут уже будем разносить без особых проблем нашего противника. Поехали. Карайка 70 уровня. После идет Шреддер, тоже 70 уровня, со своей массовой атакой. И добивает тигриный коготь. Все. Понимаешь? Никаких проблем. Каждый сделал по суперудару, и вражеская команда отдуплилась. Поэтому двигаемся с тобой дальше, и попадаем мы на 38-ю позицию. Так, 38-я позиция. Давай-ка мне все-таки 15-20. Я хочу испытать судьбу. Да не дают. Не дают. 15-19. Это как... Вот. Вот оно. Все-таки выдали. 55 уровень. Они только до 55 уровня добрались, до 56. Мы уже с тобой практически на 70-х. Да. И причем это почти конец уже, ребята, игры. Да, не ожидал, конечно, что так медленно у нас будет противник расти. Тыч. Так, понизили защиту. Давай, наверное, валуном. Но я думаю, что Ванька Стиранка выживет все-таки. Угу. Не только Ванька Стиранка, там и Донни выжил. Донни еще даже успел ударить. Так что нормально. Смотрим, сейчас, по идее, должны перешагнуть с тобой в следующий ранг. Верно? Верно. Ну что, Лига Сёгунов, две звезды. Умудримся мы с тобой до трех звезд добраться или нет? 15-21 хочу получить. Ну, тут скажут мне, Рэйчик, ты совсем приборзел. Слишком ты быстро как-то все это хочешь. Да, действительно, я хочу слишком быстро. Но, видишь, игру не обмануть. Не хочет давать. Нет, если вот так вот обновить, может быть, 1000 раз сделать, возможно, возможно, они мне и дадут. Возможно, даже сбой какой-то произойдет. И дадут 16-22. Но вы устанете смотреть, как я буду здесь выбивать это дело. Тем не менее, у нас уже топовые бойцы пошли. Соответственно, остается у нас, ну, поединок другой, и все. Так, бросаем бомбочку. И хотел сказать, добивка. Добивки не получится. Добивка вот сейчас, возможно, да. Если Ванюша не подведет, а он не подводит. Так что вот такие вот пироги. Двигаемся дальше. Какая позиция? 55-я. То есть два поединка нам нужно сыграть, и все будет окей. Дадите мне все-таки, а? Может быть, 16-21. Ну, пожалуйста, ну. Ну, что вам стоит? Нет, они могут только понизить. Нет, все-таки дали. Сколько у нас боев? Раз, два, три, четыре. Угу. Этот поединок и следующий. То есть мы с тобой переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. И все, ребят. Ну, тогда я тебе скажу, что буст удался. Буст удался, но, правда, мы с тобой, помнишь, как-то так бустанули, что попали в Лигу Мастеров сразу же. Одна звезда. Но там был, конечно, топ. Я такого давно не помню. Это должны фиг знает как сложиться звезды там в небе, чтобы вот так вот просто одной заходкой в Лигу Мастеров попасть. Ну-ка, что у нас там получается? Да, и вот у нас последний поединок с тобой получается, и все, окей. Так, давайте мне 16-21, ведь вот. Уже хотел развозмущаться я. Ну, естественно, придется воспользоваться двумя откатами, чтобы, ну, фул команда была. И погнали. Усаги Идзима ходит первым. Наносит обалденный урон. Некоторых даже вообще вырубил. И Шреддер, конечно же, добьет. Куда же он денется? Ну вот и все.
на сегодня, ребята, да? Сегодня у нас буст. Буст у нас состоит из арены. И мы его сделали. Удачно причем. Сёгун 3 звезды. 78-я позиция. Отлично. Так, задания у нас нет с тобой. В магазине у нас... Так, подожди, в магазине-то как раз у нас есть кое-что. Шинигами. Вот так вот. 75 ДНК, то есть нужно еще 25 ДНК, и мы ее прокачаем. А по жетонам у нас что? Ну-ка. 630, ну конечно же. Вот этот, кстати, бибопчик-то нам и нужен будет. 67 ДНК. 67 ДНК, ну-ка, подожди, испытание. Он же у нас идет первым. Первым. Сыра пока хватает, хватает. Давай попробуем. Давай попробуем, сейчас мы его выбьем. Ну, это событие все равно придется проходить от начала и до конца, потому что в конце крэнк. Так, а здесь мы ставим просто на автобой и смотрим. Так. Так, три волны, сам понимаешь, пролетят. Очень они быстренько у нас. Хоба. Оп. Консервные банки упали. И переходим на третью, последнюю волну, где у нас как раз-то этот бибопчик и стоит, ждет с гранатами и с этой, с пулеметной лентой наперевес. Вот и все. Вот и все, вот мы и получаем с тобой ДНК на этого бибопчика. И мало того, что получаем, мы еще потом сможем и фармить. Да. Круто. Можно даже попробовать сейчас. Сколько там? Три? Мы два разика можем попытаться. Эть, мимо. Ну, понятно. Неудачно, так скажем. Ну, ничего страшного. Так, я хотел посмотреть вот этого Рокстеди-то у нас. Он как? Нужен нам или он у нас прокачан? По-моему, он у нас прокачан. Мы его прокачали. Так. Рокстеди классический, да? Не вижу. Блин, нам еще вот этого надо как-то... Слушай-ка, а Рокстеди классический-то тоже нам нужен. Опачки. А я почему-то думал, что он у нас прокачан. У нас еще и Рокстеди кролик, и так же, как и Бибоп кролик, тоже они не прокачаны. Так что, ребята, еще вагон и маленькая тележка у нас на прокачку. Ну что, друзья, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!